Победитель Сергей Кочерешко с гордостью распахивает дверцу машины для жены. Еще в день свадьбы они договорились, что он всегда будет помогать ей сесть в машину. Автомобиль, приз за победу в конкурсе «Учитель года», не стал исключением. Машина у меня есть, причем тоже Калина, но в связи с тем, что мы не так давно вступили в брак с моей женой, она сейчас только учится на права, и я думаю, что это будет ей хороший подарок к рождению нашего ребенка. Ключи от автомобиля и нагрудный знак «Учитель года» Самарской области вручил Сергею Кочерешко губернатор Николай Меркушкин. Учитель истории и обществознания Самарской гимназии номер 1 стал победителем областного этапа конкурса. За звание лучшего учителя губернии боролись 20 участников. Педагоги демонстрировали профессионализм в разных испытаниях. Визитная карточка, урок в незнакомом классе, круглый стол на заданную тему. Мы можем на самом деле в итоге сделать так, что вот эта наша энергетика самарская, я скажу так, дух, самарский учительский дух, может быть, образовательный дух, он будет давать еще более значимый результат. Сейчас идут всероссийские олимпиады. Мы уже имеем 4 первых места. Самарского. 4 первых места. И это только начало. Лауреаты и финалисты конкурса получили денежные призы и признание среди коллег. А победитель – право представлять Самарскую область во всероссийском конкурсе «Учитель года-2015». Марина Матвеевна, Сергей Баскин. События.